Пап, скоро Новый год будет. Да не, а что ты вопросы такие задаешь? Еще весь ноябрь и декабрь, блин, полтора месяца, даже чуть больше. Как так? Я уже письмо Деду Морозу написала. Ха-ха, то обычно в последний день пишешь, но ты уже шустрая такая, а? Ну да, уже написала, папа. Ну что, Дед Мороз точно мое письмо забрал и посмотрел? Надо дом уже украшать. Ты что, какой дом украшать? Еще вообще ничего не продают для Нового года. Ты что? Да, дают. И вообще, папа, давай устроим челлендж. То, что я найду больше предметов под Новый год, а ты меньше. Для Нового года? Мне кажется, в магазинах, кстати, еще для Нового года ничего нету. Максимум вот мандарины найдешь. И шампанское детское. Все. Спорим, что я выиграю. Выиграешь? А давай, легко. Кто больше найдет предметов с новогодней атрибутикой для Нового года в магазинах, тот и победил. Хорошо, хорошо, только чур я в этом магазине, а ты в другом. Да ладно, нормально, я в любом магазине выиграю. Давай, иди и созвонимся через час. Я погнал. Да, давай. Так, надо взять тележку. Я тут вижу уже много под Новый год. Вон. София думала меня обхитрить. Я, ребята, приехал в самый большой гипермаркет в Бресте. Я вот уверен, я ее сейчас выиграю. Ух ты, тут и елочные игрушки, и сами елки. Какая красивая птичка, посмотрите. Желтым клювиком. Или вот олень и сова. Так, наберу, наверное, всех. Ой. По игре же надо же только одну игрушку брать, а то папа не засчитает. А тут еще такие красивые ангелочки есть. Или вот, павлин. Да, задача нелегкая. Что же выбрать? А может, гнома взять? Я гном. Вот, высокий, маленький, высокий. Беру. Ух ты, еще сколько там всего. Конечно, то, что мне надо. Так. Только я ж понимаю, София скажет, что каждой вещи можно брать, наверное, одну штуку, да? То есть это у нас будет украшение елки. Хорошо. Раз. А сколько пакетиков на Новый год? Ух ты! Даже с котиком. Котик в виде елки. Да? Пакетики папа же не запрещал брать. Значит, возьму пакетик. Классный. А вообще здесь еще есть и вот такой, и с Дедом Морозом, и с венками. И вот такой с большим подарком. Ну, я лучше с котиком. О, какие красивые подарочки. Это ж как подарочек. Это украшение меня. Нормально. Запутался. Ладно, берем. Ух ты, а тут сколько игрушек. Вот это вот нравится. Гномик же. Ну я же взяла. Ладно, пойду дальше. Ух ты, сколько много новогодних кружек. Хочу взять-то одну. Это же не игрушки. О, возьму со снеговиком. Ребят, вам нравится такая кружка? Или лучше с Дедом Морозом взять? Какую? Напишите в комментариях. Будет хорошо молоко с этой большой кружки пить. Так. Украшение двери. Это ж не повторка? Нет. Три. Украшение окна. Четыре. Нормально. Так, ну четыре это мало. Надо еще что-то посмотреть. Пошли-ка дальше глянем. Ладно, возьму-ка я большие. На все окно хватит. А вот это уже поинтереснее, поинтереснее. Ё-моё, ну это же венок
София скажет, что это повторка, да? А я сделаю, знаете, как, ребята, какой вам больше нравится, вот этот? Или вот этот? Напишите. Напишите в комментах любую реакцию. Давайте так, если вот этот больше нравится, лайк поставьте. Я посмотрю, сколько лайков. И потом в конце решу. Ладно, пусть пока это лежит у меня. А это что такое? Шапка, носок. А это что такое? Ушки, хочу ушки. Какие же они классные. Может, зайцем буду на Новый год? Или кто тут еще есть? О, сова. Вот такие. Да, олени красивые, но эти тоже красивые. Какие же мне взять? Тяжелый выбор. Ну, можно только одни. Наверное, буду я оленем. Да, мне он очень нравится, беру. Сколько я уже всего набрала, папа меня точно не выиграет. Украшение Софии или украшение меня. К сожалению, не могу померить, могу только так вот. Опа! Возьму для Софии. Ну это же украшение, украшение. Наряд. Так, хорошо. Сколько всего красивого уже много. Есть такие елочки. Красивая. Где? Есть такие мишки. Качелики, снеговики, гном с елкой, еще гном, мишка с шарфиком, олененок. Ангелочек с собачкой, еще какой-то елочка, светится ангелочек, Дед Мороз едет, ой, Дед Мороз с собачкой, девочка, какая же милый ангелочек, есть еще такие, ух ты, возьму я со снеговиком, красиво, снег идет, решено, беру его. Значит, размерчик не мой, да? Нормально. Может, я так и ходить буду уже по магазину. Чувствуете, чувствуете, все, вот он приближается, праздник-то. Так, маловато, но размера больше я не нашел, поэтому беру. Подожди, я со счета уже сбился. Сколько у меня вещей? Раз, два, три, четыре, шесть всего? Что тут еще есть? Что тут еще есть? Ух ты, это самое любимое мое под Новый год. Ребята, вы тоже любите конфеты, так как я? Я их обожаю. Давайте еще посмотрим. Вот это прям как комикс настоящий, красивые. Ух ты, это тоже красиво. Дед мило улыбается, Мороз. И вот эти вот с Мишкой. Ух ты, что это за ящик такой? Ребят, он полный конфет, я все вижу. Его-то я и возьму. Пойдемте дальше. Раз. Это что? Сапог. Даже бренчит. Два. Все. Какой лучше взять? Мне поэтому сразу скажешь, что это Дед Мороз. Конечно, я этот возьму. Ребята, я вижу то, что у меня точно нету. Может, Дед Мороз мне сюда подарки положит, свои надо взять. А еще у меня нету гирлянды. Ух ты, какая она тяжелая, сколько-то много лампочек. Так. Вот это я искал. Это у нас же не шарики, не игрушки. А что? Правильно, мишура. Какая? Конечно, золотая. 7. Мишура и дождик. Это же разные вещи. Конечно, разные. Тут даже к гадалке не ходи. И цвет другой, красный. Все, берем. Как же жалко то, что можно брать только одну игрушку. Я бы вот эти вот все взяла. И точно бы выиграла. Хотя, кажется, я придумала. Это же верхушка на елку звезда. Такую я не брала, это не игрушка. Без звезды елка не состоится. Наклеек к Новому году. Смотрите, и набор для шитья, сразу два предмета.
стоило только согнуться. Ребята, класс! Наклеек много не бывает. Это я по прошлому году знаю. А вот интересно, интересно. Я даже два набора возьму для подушек. Ладно, посчитаем как один. 10. Ух ты, еще конфетки, но я уже взяла. Это мягкая игрушка. С Дедом Морозом. Ух ты, папа даже не догадается, то, что там конфетки внутри. Подумает, это просто мягкая игрушка. Такое точно надо брать. Вот оно, где все спрятано, ребята. А это у нас гирлянда. 72 лампочки. Больше нету? Нету. Ну, короче, я понял, они под Новый год пока еще, он далеко. Они все вот так вот вниз спрятали. Так и буду ходить. Ребята, я нашел целых два предмета еще. Обруч мы брали, а очки нет. Вот эти вот очки с Дедом Морозом, только какие мне выбрать? Тут три цвета, красные, серебряные и золотые. Какие же, может, красивые мне? Хо-хо-хо! Jingle bells, jingle bells. Какие лучше взять? Решено, возьму красные. А вот вторая вещь, елочные веточки. Есть такая, а есть вот такая. Возьму с шишечками. О, какая елка без этого, без щелкунчика, да? Щелкун, это ж не на елку, это под елку. Он же от этой, от мышей, да? Защищает или вызывает их. Ну ничего, у нас Вася есть. 12. Смотрите, свечки новогодние. Какую мне взять, которая пахнет мандарином или елками? Тоже большой выбор. Но я очень люблю мандарин, он такой вкусный и пахнет. Но елки я тоже люблю, их надо украшать. Украшать я люблю. Решено, возьму с елочками. В виде кружечки. Маски. Маски я не брал. Значит, возьму. Надеюсь, прокатит. 13. Итак. Гирлянду брала с лампочками, а вот такую не брала. Как же их много. Всякие есть. Я сейчас выложу, а вы посмотрите, какие вам больше нравятся. Вот такие вот шарики, такие вот звездочки, такие вот бусики и такие вот звездочки. Решено, возьму такие бусики. А, ребятушки, смотрите, какие... Классные подсвечники. О, с Дедом Морозом. Сюда свечки. Рядом печенье с молоком. Песня. 14. Ребята, я так подумала, надо взять хлопушку и серпантин. Только их сначала найти нужно. Ух ты, вот хлопушки и серпантин. Вот такой, золотистый. И хлопушка с сердечками есть простая. Давайте на считалочку. Эники, бенники, ели вареники, эники, бенники, бац. Вот такую берем. Ух ты, ребята, а вот это вот что? Это же веночки, веночки. Какие взять? Есть простой, есть такой, серебристый, есть золотистый. А еще с яблочками и шишками. Красный. Определилась. Возьму вот это с яблочками и шишками. Я еще мишуру, ребята, нашла. Белую. Красную, синюю или вот такую? Возьму белую, она как снег. Все, пошла, положу. Подождите-ка, до шампанского у нас тут не дошло еще. Это кто? Это красная шапочка, да? Для девочек. Я точно не влезу, а для Софийки будет в самый раз. Вот и новогодний костюм есть. Номер 16. А какой же Новый год? Без конфет, без подарочка, под елочкой, сладенького. Happy New Year and Merry Christmas. Ну, и такое с Новым годом и Рождеством. И Дед Мороз, и Мишка, и Снеговик, и Снегурочка. Ого! О, все, я выбрал. Все, вот этот Дед Мороз нам подходит, ребята. Он просто летит
с оленей спрыгнул на парашюте и тянет конфеты. О, а тут снеговик с другой стороны. А, они... Все понятно, они все одинаковые. Ну ладно. Берем этот. Я знаю, что еще можно взять. Можно взять новогоднюю открыточку. Такая, 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 такая еще. И вот там сверху есть. Но я до них не дотянусь. Возьму-ка я с котиком. Вот такую. Так, идем дальше, идем дальше. О, ребята, подождите, а елки-то самой у нас нету? Пока, для начала, пойдет елочка. 17. Так, елочка небольшая. Верхушка. Верхушка ж, она обязательно должна быть, значит, она отдельный элемент, правильно? Она не как все игрушки. Так, о, отлично будет. 18. Так. Ну что-то, что-то мало всего осталось, я не понял. Гном только остался. И это у меня будет 19. Так. Ну ладно. Гнома берем. 19. И я думаю, все равно это больше, чем у Софии. Надо ей набрать сейчас и узнать, сколько у нее. Как вы думаете, кто победит, ребята, я или София? Ой, как раз мне папа уже звонит. Алло, время вышло. Что, считать уже? Хорошо, я сейчас посчитаю и перезвоню. Ребят, уже вышло время и надо уже все посчитать. Я надеюсь, вы мне поможете? Да? Хорошо, подходите. Мишура. Раз. Венок. Два. Мешок Деда Мороза. Три. Гномик. Четыре. Конфеты и мягкая игрушка. Пять. Кружка. Шесть. Открыточка. Семь. Свечка. Восемь. Такая вот гирляндочка без светяшек. Девять. Серпантин. Десять. Гирлянда с лампочками. 11. Такой вот снеговичок. 12. Такая вот красивая палочка с шишечками и с листиками. 13. Звезда. 14. Боксик с конфетами. 15. Обруч. 16. Пакетик. 17. Хлопушка 18, наклейки 19, о, и очки 20. Не так уж и много. Ну интересно, сколько папа нашел всего? Надо звонить папе. Алло? Да. Сколько у меня? У меня 20. А у тебя? Как 20? Ё-моё, у меня 19. Ух ты! Нормально, но я выиграла, правда? Ну да, ты выиграла. Так что, папа, кто лучше устраивает челлендж? Я всё знаю. А вы, ребята, были на канале Софуня Шулуня. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!